Неподалеку от Бирмингема произошла авария, которая претендует на звание одной из самых дорогих за последнее время. Rolls-Royce Ghost стоимостью около 25 миллионов рублей врезался в Lamborghini Urus, цена которого – 20 миллионов рублей. Виновник столкновения скрылся с места происшествия, но забыл в машине документы с фотографией, так что его поимка – лишь вопрос времени. Судя по снимку, у Ghost серьезно повреждена передняя часть и правый бок, а у Urus – задний бампер и правое заднее крыло. Обошлось без пострадавших, а причиненный ущерб еще только предстоит оценить. По одной из версий, Rolls-Royce был взят в аренду, это объясняет побег водителя. Причем он скрылся в спешке, так как забыл на месте преступления свое удостоверение личности. В комментариях к публикации пользователи также предполагают, что ДТП может быть подстроено с целью получения страховой выплаты. Им показалось подозрительным, что в аварии участвовали два дорогих и довольно редких автомобиля. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, для того чтобы всегда быть в курсе автомобильных новостей.